Вот это заруба! Обалдеть! Посмотрите, как, черт возьми, как в фильме. Блин, накроет меня, нет? Вау, чувака взорвало. Всем привет, дорогие друзья, уважаемые зрители, я рад вас приветствовать, с вами Родригес, и мы сегодня посмотрим игрушку под названием Rising Storm 2 Vietnam. Это игра о войне в Вьетнаме. В общем, сегодня будем мы смотреть эту данную игрушку, которая у нас вышла 31 мая, совершенно недавно. Здесь будет матч из 64 человека, можно устраивать схватки на 16 игроков. Ну, короче, безжалостность, историчность, суровый реализм и запах напалма по утрам, дорогие друзья. Друзья, если вам игрушка понравится, то можете поставить лайк, поддержать разработчика, поддержать меня. Соответственно, давайте будем сегодня смотреть, разбираться, что да как здесь вообще происходит. Мы сейчас выберем какой-нибудь сервер, какой-нибудь сервачок у нас где-нибудь 60. Так. Был у нас какой-то сервак хороший. Это уже заполнен, да? Вот, например, вот этот. Давайте подключимся туда. Сервер заполнен, к сожалению. Ну, давайте еще раз попытаемся. Может быть, у нас получится. К сожалению, сервер заполнен. Так, окей, сейчас найдем сервак. Обороняющая сторона, атакующая сторона, в общем, как-то так. Так, давайте будем за обороняющиеся, будем за вьетнамцев. Тут у нас есть, можно, отряды, соответственно, да, отряды. Давайте с калашом возьмем. Так, все остальные отряды заняты. Радист у нас, нет, давайте с калашом, пускай он бегает у нас. Так, войти в игру, выбрать персонажа, что. Так, у нас здесь можно выбрать персонажа, соответственно, но пока у нас начальный уровень, мы не можем ничего толком выбрать, соответственно, даже не лицо. Лицо только можно немножко поменять. Давайте все оставим назад, все как было прежде, применить. И, наверное, нам партизаны или разведа. Так, все отряды заняты, что ли? Войти в игру. Короче, уйдем с калашом, я думаю, мы должны сейчас. О, нормально. Так, надеюсь, не слишком светло. Я поставил посветлее, чтобы у нас YouTube немножко затемняет, поэтому поставил посветлее. Надеюсь, не слишком светло сейчас на экране, хотя, мне кажется, светится немножко водичка. Так, заходим сюда. Нам нужно просто выбрать сейчас место, где бы нам остановиться. Так, окей, сейчас мы сделаем чуть-чуть потемнее. Так, видео. Вот как-то вот, наверное, вот так сделаем чуть-чуть потемнее. Вот, наверное, уже вот получше стало. Так, здесь на С можно убрать штык-нож, можно достать штык-нож. Средней кнопкой мыши можно бить, прицеливаться, соответственно, и стрелять. Так, все как обычно. Очень карта мне напоминает Battlefield 1. Здесь очень много точек различных. Я вот на этой карте вообще первый раз играю. Я первый раз попробовал. На другой карте получилось. У меня сейчас у нас какая-то другая тема. Очень много здесь бойцов. Посмотрите. Соединенные Штаты против Вьетнама. То есть, как это исторически было. То есть, одну сторону Вьетнама поддерживал СССР в то время, а одну сторону там поддерживал США. В общем, вот такая вот у нас была бойня, вроде как из истории, как-то так. Дорогие друзья, если вы знаете историю, вот именно этот момент исторический, лучше обязательно напишите в комментариях об этой войне. Нормально, одного, по-моему, сняли. Так, уходим, здесь вертолеты, здесь какой-то здесь склад. Смотрите, что здесь происходит. Здесь летают вертолеты, гранатометчики. Короче, все как по полной, прям вообще грохочет. Я же начал немножко паниковать. Оу! Жара. Так, это такой пулемет был, а? Но у меня только лишь калаш. Дорогие друзья, пока только лишь калаш. Я не знаю, может, в дальнейшем мне дадут. У меня, кстати, есть две гранаты. Гранату он прикольно кидает. Прям чеку так отстегивает, кидает прям. Ему зончики я специально не стал убавлять. Он такой вьетнамский. Вьетнамский музон. Так, у нас впереди точки нам нужно взять. Где там они? Так, вся братва идет вон в том направлении наша. Так, побежали, ну уже, родимые. Нас что-то высадили прям в таком пекле. Так, окей. Ох, опасно здесь бегать. Прям вот только вылезешь, сразу же, наверное, снайпер
завалят на альт, у нас можно лечь. Можно лечь, прилечь, отдохнуть, полежать. Блин, прикольно здесь грядочки, конечно. Кстати, на юге такие вот, именно в Китае, во Вьетнаме. Ну, я видел, вот в Китае были такие. Так, растяжка, посмотрите. Серьезно? Он прямо дышит. Блин, угарная игрушка так-то. Стоит она, по-моему, в районе 700 рублей в Стиме. Вы можете ее приобрести. А, не сказать, что очень высокие требования, но... Что-то очень прикольно. Тихо-тихо-тихо. Скаут. Че ты про скаута говоришь? Так, скауты это америкосы, да, правильно? Так, там туда что-то не надо, по-моему, суваться. Давайте с другой стороны, ребята, обойдем. С другой стороны. Ну, заходи же. О, можно подняться выше. Давай. Так, из нашего отряда чувак. Ёлки-палки, ни хрена тут валят. Где вы, гады? Я никого не вижу. Вообще ни черта. Так они у нас ли они, а? Что это такое? В условиях опасности боец становится подавленным. Чтобы восстановить свое состояние, нужно немножко успокоиться. Даже ничего себе. То есть, если начинает кругом стрелять, взрываться, все. Я начинаю морально, мне становится морально плохо. Так, я ползу. Я попробую подползти как-нибудь, а. Тихо, 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 не сдыхай. Все, все хорошо, морально. Морально у меня боец начинает... Ему становится плоховато. Кто-то, по-моему, гранату кинул, у меня такое ощущение. Да серьезно? Какого хрена? Кто в меня стреляет? Давайте туда кинем гранату, а? Ох, вот это мы шарахнули. Так, по-моему, точка наша, да? Давай-ка штык-нож достанем на всякий случай. Так, по-моему, ребята нас окружают. Тихо, это наши. Гады. Они с другой стороны обходят. Они с другой стороны обходят. Так, захватываем точку, ну. Блин, у меня паника, у меня реально у бойца паника, его прям сердце колотится. Обалдеть! Заградительный огонь, вау! Погоди, давай мы туда гранату кидай. Кидаем туда граната. По-моему, я попал. В дом заходим. Офигеть здесь заруба. Жесточайшая. Посмотрите, что происходит. Ёлки-палки. Воу! В смысле, дом взорвало, что ли? Я же в доме был. Как так? Так, нормально. Нормалек. Здесь очень большая карта, дорогие друзья. Здесь столько всяких окопов, просто невероятно много. Это еще, видимо, не вся карта. Вот я уменьшаю, посмотрите, какая она огромная. Смотрите, какая она огроменная. Тут, конечно же, нужно знать хорошо точки, чтобы, если снайпером быть, то можно прям вообще зажигать. Но я не особо люблю снайпером. Так, что он делает? Что такое? А можно туда спрыгнуть, а? А как туда спрыгнуть? Слышь? Так, непонятно. А, впереди у нас точки. А, Б и С. Мы вроде как захватили, сейчас движемся дальше. Давайте посмотрим, что у нас там впереди находится. Сегодня у нас такой первый взгляд по данной игрушке. В принципе, она мне уже нравится. Она мне напоминает очень сильно Battlefield 1. Очень сильно напоминает. И в своем каком-то особенном стиле она сделана.
Вау, вот это там взрывище! Самолета кто-то лупанул. Я не знаю, кстати, на самолетах здесь можно летать или нет. Но на вертолетах, по-моему, можно. На вертолетах, я не знаю, наверное, и на самолетах можно. Летит самолет, сейчас что-то будет. Он, походу, будет кидать напалм. Давайте посмотрим. Если, конечно, я успею. А это он по нам стреляет? Нифига. Смотри-ка. Он что-то скинет сейчас, нет? Попадет по нам по-любому. Уходим, 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 уходим. Ни хрена себе, вот это град. Град пуль прям по нам. Обалдеть. Вот это заруба! Обалдеть! Посмотрите, как... Черт возьми, как в фильме. Блин, накроет меня, нет? Вау, чувака вот взорвало. Это ужасно. Это реально ужасно. Так, это тот самый самолет все натворил, да? Так, пока там район зачистили, нужно двигаться вперед. Нам совсем трудно. Гранат кинул, молодца. Давай, давай, бро. На его там приняли. Сердце у меня забилось вообще ужасно. Перепахали все уже. Поле. Так, неплохо, неплохо. Пока держим позицию. Держим, держим позицию, дорогие друзья. По-моему, я его грохнул. Так, что с этой стороны? Сколько трупаков-то? Так, точка наша. Завоевываем точку. Вот это, вот этот вот гад был здесь. Он всех убивал. Он всех убивал. Он всех убивал. Здесь опасные снайпера. Это просто вообще ужас какой-то. Посмотрите, какой Будда. Это же Будда, да? И трупаков-то сколько? Так, мы завоевали уже точки, получается, все. Потихонечку, помаленьку. Потихой, так скажем. А где там братва? Вся. Так они опять вызывают. Ой-ой-ой-ой-ой. Нифига себе, здесь шарахнуло. Так, тут ребятки держат оборону, кидают гранаты. Давай, 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 вперед. Сланцах, нифига. Военная форма, сланцы. Ну, конечно, у них там жара. Керзовые сапоги, наверное, вообще будут. Не очень. Такую жару. Так, патроны подобрал. О, кстати, здесь просто подходишь и автоматом берешь патроны. Так, ну что, походу мы выигрываем, я так понимаю, да? Так, ладно, давайте посмотрим.
Что у нас, да, как все точки мы завоевали. Все точки завоевали, и победа, да! Победа! Фух, ну здесь вообще, ребята, очень трудно. Ничего не видно из-за этих кустов. Сверху откуда-то летят мины. Град сыпется, я не знаю, из пуль. То есть вообще что-то невероятное происходит на этой карте. Валят на раз-два. Выжить крайне-крайне трудно. Очень сложно. Давайте пулеметчика я возьму, хоть я пулеметчиком не играл. Выбираешь персонажа, то есть в начале игры. Так, пулеметчика мы выбрали, да? Все, войти в игру. Так, дорогие друзья, ну что ж, мы играем сейчас за Соединенные Штаты Америки, получается. Мы взяли, мы поменялись местами. Ух ты, как у меня пулеметище-то вообще шикарный. Да, точно за америкосов играем. И сейчас попробуем побить вьетнамцев этой же патькой. Да, так, интересно. Очень, очень разнообразная карта. На карте огромное количество различных каких-то и сооружений, куча всего. Ты вообще не поймешь, где кто засел. Особенно вот эти вот гадкие снайпера, которые сидят часами в одном и том же укрытии и ждут. И ждут, и ждут, и ждут. И ты только вылез, и ты тут же умер. Да ты даже сам не понимаешь, кто тебя убил, каким образом и вообще откуда стреляли. То есть вот, такая вот жесть происходит. Ну, так, это наш? Это наш же, да? Это же наш или нет? Это наш, я уж хотел тебя прибить. Я хотел тебя прибить. Не, неплохо прям мы начали, стартанули очень хорошо. Так, бежим. Отличненько, отличненько. У меня пулеметик прям. Я хочу уже посмотреть, как он будет стрелять. Так, перепрыгивай, ну. О, куда я залез? Куда я залез вообще? Тихо. Спокуха, спокуха. Идем. Кто-то, по-моему, скинул гранату, у меня такое ощущение. Или дымовуху. Оу! Кто его убил? Вот кто его убил? Гранату кто кинул? Фига там рвануло. Так, заходим в дым. Не, кровотечение. А, перевязывать нужно себя. Нажмите на F. Я что-то прям так увлекся, что... Так, перевязал. Осталось повязок еще одна. Бегом. Ого, моего напарника грохнули. Блин, как хреново. Так, гоу. Давай. Быстрее. Берем новую точку Б. Попробуем. Вперед, пока дымовуха там. Так, отлично. Пробежали мы довольно далеко. Главное сейчас не эпично как-нибудь не сдохнуть. В принципе, конечно, можно эпично. Мы всегда эпично сдыхаем. Вот это мы его изрешетили. Так. Какого хрена? Какая здесь обстановка, посмотрите, танки горят. Вообще, конечно, рынок здесь какой-то заброшенный, разбомбленный. Вообще, карта очень проработана, мне очень приятно по ней бегать. Разные тачки, бочки, чего только нет, за каждым препятствием... Может быть, спрятан какой-то засранец, который нас может замочить. Здесь патроны можно взять. Прекрасненько. Так, вьетнамцы. Вьетнамцы нам сейчас враги. Какая жесть там происходит, а? Авиация — это страшное дело. Надо нападать уже, мы практически их отогнали уже. Мы практически их уже сделали. Вьетнамцев нам лишь только нужно сейчас их додавить. Их нужно додавить однозначно. Так, ну как это сделать? Там снайпера работают, дай боже. Снайпера вообще не дают подобраться. Вот вообще никак. Да, все. Полное наступление. Бегом. Так, и здесь где-нибудь упасть. Ну же, скорее падай.
Фу. Отлично. Отличненько. Вон там вдалеке бегают мерзавцы. Готовится удар напалмом, и сейчас будет атака. Наблюдаем, наблюдаем. Давай, вперед. Ну где же она? Где? Где та самая атака? Давай в окоп, прыгай. Быстро, быстро, быстро в воронку. Посмотрите, деревья, а вот возле деревьев там как раз такое, типа добывает сок древесный. Видимо, так принято во Вьетнаме. Давайте попробуем как-нибудь отвлечь внимание. По-моему, мы смертники. Нас сейчас грохнут. Где наши напарники, а? Какого хрена? Где они находятся, не понимаю. Так, нужно пробраться в этот туннель. Артобстрел начинается. Эй, чувак! Мы тебя сделали. Так, захватываем базу. Захватываем. Какая же здесь жесть в этих окопах. Чуть высунешься, сразу убивают. Прямо сразу же. Без вариантов. Побежали, побежали, побежали. В полуприседе. Я смотрю, народ уже изучил карту вдоль и поперек. Так, здесь у нас куда? Где что-то все дымится? Что здесь происходит? Так, внизу там вообще, наверное, труба. Так, окей, нам куда нужна? Так, нам нужна... Вон туда. Побежали по туннелям. Здесь можно? Здесь можно пройти? Да. Прикольно. Очень огромная карта, дорогие друзья. Очень-очень большая. Так, вылазим отсюда, побежали вперед. Наши окружают со всех сторон, нужно прорываться дальше. Давай, 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 давай. Бежим. Вали этих гадов. Охренеть. Вот это да, вот это массированная атака. Великолепно. Очень атмосферная, реальная игрушка. Очень красивая. Прям имитация, я не знаю, одна из лучших, наверное, таких вот масштабных боевых сражений. Так, захватываем последнюю точку. Мы практически уже захватили, получается, F. Да, движемся дальше. Тут творится просто невероятное. Забегаем сюда. Ой-ой-ой, какая жесть. Блин, сдохнуть здесь вообще нет проблем. Сразу убивают. Обалдеть. Я просто падаю куда-нибудь. Чтобы мне хоть немножко, ну, пододвинься. Так, что, убили его или нет, я не могу понять. Фига. Блин, прикольно сделано, я говорю. Прям кидает гранаты. Вот и да. Вот и да. Вот это... Да! Повзрываем. Вот он тебе. Так, он там сзади кто? Убили всех? Вьетнамцы. Вон они лезут. Везде под ногами взрываются гранаты.
Черт подери. Нужно пролазить вот здесь. Я так думаю, да? Куда мы бежим? Я вообще ничего не вижу. Где мы вообще? Беги же, беги, 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 беги! Захватите цель. Для захвата цели необходимо получить численный перевес в районе этой цели. Так. Окей. Шестнадцать секунд осталось. 15. Hurry, get in the fight, soldier. 2 секунды, 1. Все? Все или нет? Дополнительное время. Victory. Есть победа. Фух, 2 подряд победы. Да, да, затащили, было, было трудно. Ну, а если вам понравилась игрушка Rising Storm 2 Вьетнам, вы можете поставить лайк. И с вами был Родригес, вам желаю хорошего настроения, успехов вам, удачи, до новых встреч, всем счастливо и пока-пока!